Итак, сейчас мы идем на мост Бастай, построенный по официальной информации в 1820-х годах. Первый был деревянный, якобы, а потом в 1851 году был уже построен каменный. И тут как раз теорию Айспик вспоминаешь невольно, что в эти года как раз была катастрофа. И вот, по крайней мере, я пока еще не находил фотографии деревянного моста. Я, конечно, еще поищу. Я вообще даже не знал, что деревянный мост был. Я смотрел его, но ничего подобного не находил. Будем искать, будем смотреть. Может быть, что-то и найдем. Кто его знает. Может, он и действительно был деревянный. Но что-то меня гложет смутное сомнение. Так, продолжаем подъем к мосту Бастай. Да, подъем серьезный. Не знаю даже, насколько я поднялся, но вижу по людям впереди идущим, еще довольно высоко.
нелегкий труд снимать такие видеокадры. Если кто-то сидит на диване и говорит, сделай так, да сделай вот так, жопу поднимите и сходите, сделайте лучше это. Фу. Это если учесть, что я пошел еще по пологому пути, более-менее первый попавшийся, здесь есть вот еще круче подъем, думаю, по нему еще тяжелее подниматься намного. И вот дальше уже все потихоньку покруче идет и уходит постепенно наверх, направо, потом вижу, люди пошли налево. В общем-то, еще довольно далеко идти. Так, очередной подъем преодолели. Впереди еще дальше подъем. Вот тут увидел интересную скалу, решил ее отснять. Подъем за подъемом, скоро мы достигнем цели. Вот я уже среди скал, похоже, я уже где-то близко, скорее всего, к этому мосту, но, честно говоря, еще не знаю, так ли это близко. Ну, посмотрим сейчас. Путь довольно длинный, оказывается. Но все-таки горы, как-никак. Ну вот, похоже, я уже совсем близко. Здесь вижу скала интересная, и там камнями тоже подпорка сделана. Я попробую приблизить, как на крепости Кёнигштайн. Надеюсь, это будет видно. А вот тут я стою уже, можно сказать, под скалами. Вот какие-то расщелины. Похоже, сейчас я в какую-то расщелину пойду. А по поводу подсказок, есть адекватные люди, которые подсказывают нормально, и большое им спасибо. Так, пойду сначала на площадку схожу. А есть не очень адекватные, которые постоянно чем-то недовольны, возмущаются. Таким надо самим что-то делать для начала, а потом возмущаться. Тут интересного мы увидим. Ну вот тут каменные опоры под скалой. Кто-то тут пиво попил. Но скала, кстати, ой-ой-ой, она как обрезанная. Она реально обрезанная. Вот здесь четко видно такой полукруг. Как будто огромная пила здесь закончила когда-то работу. Ну а там потом какую-то надпись вырезали. Вижу, к сожалению, ветки мешают. Очень плохо видно. Но здесь идеально ровная площадка. И видно, вот округлость четко просматривается. Ну, конечно, там вот не очень ровно. Но я думаю, это время. А внизу прям реально там ровно. Вот туда бы попасть, заглянуть. Но, к сожалению, навряд ли. Здесь вроде ничего такого необычного. Все нормальненько.
Так, площадку обошел, пошел дальше. Теперь это ущелье. Ну, думаю, это будет интересно, поэтому лучше отснять его полностью. Этот проход здесь справа камушками обложили. Я думал, мое восхождение уже заканчивается, но что-то я ему ни конца, ни края вижу. Вон там сверху люди еще ходят, то есть мне еще туда идти по ступенькам. Так что успеваю рассмотреть, рассматриваю где-то камни. Камни вот в ущельях вижу, но такого очень интересного пока ничего не вижу. Хотя вот впереди стена идеально ровная. Вроде как обрезанная. И справа, и прямо по фронту. Чем такую камину так ровненько могли обрезать? Ну и опять же вот слева вижу, как ложкой угол сняли. Здесь арка, но это похоже, я уже на мост захожу, скорее всего. Для туристов 1820-х годах. Это, ну, очень странно. Заборчик деревянный. Ну, дальше вроде ничего интересного не вижу. Пока выключу. Вижу обзорную площадку. Опять же вижу, что она совсем полная. Но надеюсь, я туда вмещусь. Thank you.
Вот здесь я вижу Кёнигштайн. Даже не знаю. Вроде на подходе, но никак дойти не могу. Даже на велосипедах сюда умудряются собраться. Где же наш мостик? Так, туда дорога, сюда дорога. Здесь, похоже, просто в круговой обход, да, маленький обход. Посмотрим на скалы, как они тут уложены, обрезаны. Или возникли вообще. Так, людей вижу наверху, значит, еще мне туда надо будет добраться. Еще, значит, подъемов немало. Так, здесь сделаю маленький круг. Какие-то круглые камушки положили. Глянем вниз. Да, вижу я уже сам мост. Сейчас его будет лучше видать. Вот он, мостик. Ха, интересно. Там вижу скалу, обрезанную опять чем-то. Сейчас я ее в центр выведу и приближу. Обратная сторона. Получается как бы внутренняя. И вот там я сейчас, похоже, через верх вниз и опять выйду на свою тропинку, я так понял.
Очень красиво. Кто-то на горе живет. Выбросил.